Итак, друзья мои, в завершении моей методички по акварели я вам рассказал о черногорской ракии, забыв упомянуть два важных момента. Первое, то, что ракию приготавливают в Сербии из дуни и шливы, а в Черногории из этой самой грожди. А второй момент, что завтрак у черногорцев проистекает таким образом, они выпивают чашечку кофе и рюмочку ракии. На этом завтрак заканчивается. Почему рюмочку ракии? Потому что они считают, что без этого глаза не откроются. Ну, будем считать, что они правы, поэтому кофе я уже выпил, а сейчас немножко добавим ракии. Перед тем, как пойти на этюды. Сегодня я вам расскажу о черногорских винах. Прежде всего, конечно, о вине под названием Вранац. Вранац – это плотное, темно-красное вино сухое, выращенное из винограда с тем же названием. Черногорцы даже называют его не красным вином, а вином цирновина, черным вином. У них нет понятия «красное». А белые вина – это крстач и совиньон, это легкие белые вина, которые черногорцы, скажем, летом любят смешивать с газированной местной водой. У них получается нечто вроде шампанского, это чудесно утоляет жажду во время летней жары. Но о крстаче мы говорить не будем, мы будем говорить о лучшем черногорском вине под названием Вранац. Вранац бывает трех основных видов. Просто Вранац. Вранац Прокорда, то есть для сердца он очень полезен. И премиум класса. Ну, премиум класса там есть вообще черногорские вина. Вранац, он завоевал более 500 международных наград. Это, конечно, там, может быть, не Бордо, не Бургонь. Но, тем не менее. А мы будем с вами пробовать Вранац Прокорда. Для сердца это промежуточные. Это, в принципе, доступно по цене. В принципе, Вранац стоит от 3 там, до 6 евро. Но вот марочные сорта доходят до 70 евро. Но про Вранац я вам расскажу чуть позже. Я еще не открыл эту бутылку, поскольку нам предстоит пойти на этюды. Сегодня у нас чудесная погода. Светит солнышко, легкая облачность. Температура уже сколько там? 22 градуса. Правда, на море немножко волнение, что как раз оптимально для занятия акварелью. Так что в добрый путь и на наши замечательные этюды. В процессе писания я вам постараюсь еще и рассказать, что как делается. Вперед! Здесь в Булярице есть замечательная старая заброшенная конурба, в которой достаточно темно, тенисто и очень удобно работать. А также отсюда открывается прекрасный вид на Булярицкую бухту. Здесь я и приступил к своему творчеству. Да, совсем забыл вам сказать еще один момент, что смесь белого вина с местной водой называется смешным словом шприцер. Шприцер. Итак, ну мы, как всегда, начинаем сверху вниз. Да, бумага у нас Saunders Waterford.
Начинаем сверху вниз. Сначала я проложу теплую основу на базе охры и неаполитанской желтой. Но охры желтой. И сверху я подошел голубой краской. Снизу добавил холодно-красную. Получился некий такой фиолетоватый оттенок. Ну и сверху укладываю такой столисто-фиолетоватый. Это смесь голубой с тепло-красной, которая и дает такую вот не совсем фиолетовую, а более сложную, поскольку в теплой красной присутствует как бы имманентно еще и желтый. Поэтому получается более богатый, сложный, интересный цвет. Но мы понимаем, что эта бумага, на самом деле, Saunders, она очень, довольно слабо проклеенная, очень много в себя берет. И тон, и цвет, конечно, начинают гаснуть по высыханию бумаги. Поэтому приходится с запасом давать и насыщенность цвета, и плотность тона. Можно, конечно, ее проклеивать еще дополнительно, она слабо проклеенная, желатином. Я уже пробовал, но пока еще не очень вошел в это дело. Но пока я взял обычную бумагу и наношу небо таким образом. Ну, у нас, поскольку в небе присутствует желтое, синее и красное, то есть вся наша триада, все три основных цвета, это дает как бы дополнительное богатство. Как в любой поверхности, если присутствуют все три цвета, то это, конечно, гораздо интереснее, чем два или тем более один основной цвет. Ну, такой вот я даю несколько, может быть, немножко условное небо. Скорее, оно не утреннее, а, наверное, в большей мере вечернее. Но как бы мне захотелось именно таким образом это сделать. Дальше мы переходим, дав немножко бумаги просохнуть. Ну, сейчас, слава богу, тут небольшой ветерок дует, поэтому бумага сохнет достаточно быстро. Предварительно я ее, конечно, промочил с двух сторон, как следует. Пропитал, да, ну и пишу еще, кроме того, как в этот раз на пиве в качестве присадки. Это дает, ну, увеличивает время высыхания с одной стороны, с другой стороны, ну, как любая присадка, все-таки это немножко добавляет сочности нашим краскам. Вот. Сначала я проложил в горах такой холодный цвет. Это смесь синего, ну, чуть-чуть с добавлением охры и немножко добавлением красного. Опять же, красный, желтый, синий, но сдвиг пошел, конечно, в большей мере в сторону синего. Вот. Ну, поскольку в этой чудесной горе, которую я называю медвежонком, она чем-то похожа на лежачего медведя, в ней присутствуют и такие охристые какие-то скалистые места, я оставляю вот эту охру снизу, потом сверху накладываю более плотный тон. Ну, как всегда в акварели, вы знаете, работа идет и сверху вниз, и от большего к меньшему, от общего к частному, и от более легкого к более плотным местам. Поэтому именно сначала мы прокладываем охру, такую, ну, охру с умброй, там более сложный цвет, а поверх уже кладем вот эти места, где присутствует зелень, отдаленный лес, кладем уже более холодным. Ну, поскольку наши горы, они все-таки в большей мере читаются так контражурно, они как бы не освещены. Вот в каких-то местах у меня немножко еще влажность бумаги оставалась, поэтому чуть-чуть там выползала наверх верхняя кромка гор. Ну, я так сухой кисточкой немножко это дело снял. Ну и дальше идет чередование более плотных, каких-то более легких мест, и сверху вниз, внутри мы уплотняем уже и более холодной краской, где вот эта наша смесь, о которой я говорил, она
там добавляется больше холодно-красного, там проплака какого-то, скажем. Ну, поскольку я автоматически, я так не слежу, в кармин я попал или в краплак. Вот, ну, в холодно-красную зону. Вот, ну и немножко снимаем лишнего. Ну, понимая, что вот сейчас вроде бы горы достаточно плотные, но по высыханию они, конечно, потеряют свой тон и цвет. Ну вот, продолжим. Значит, виноделие в Черногории наследует традиции античности. Еще древние римляне основали здесь винодельческое производство. Они прекрасно понимали, что эта страна специально создана для выращивания грожди, для создания вина и поиска истины, которая, как известно, в этом напитке и кроется. Итак, Вранец. Вранец обладает таким довольно глубоким, приятным послевкусием ягодным и фруктовым. Но у него есть одна определенная особенность. Если вино выдержано больше 2 лет, то в дополнении появляются новые оттенки. Оттенки цветов, трав, лакрицы, корицы и даже некоторые дубовые ощущения в нем проявляются. Наш Вранец, он был куплен еще достаточно давно, он 2013 года, то есть ему почти 5 лет выдержки. Я надеюсь, что он действительно обрел всю эту свою внутреннюю красоту. Это вино крепостью 12,5 градусов. Выращивается оно в Черногории в окрестностях Скадарского озера. Это огромное прекрасное озеро с рыбой, с уникальными птицами, с каштанами по периметру, частично даже уходящие в Албанию. И это вино, да, оно уже набрало. Да, приготавливается оно из винограда Вранец. Такой продолговатый черный виноград, но белый внутри. Вот. Сейчас мы попробуем. Да, оно уже действительно набрало приятную терпкость. И рецепты его достаточно разнообразны несколько. Способы приготовления. Изготавливается он фирмой Плантазе в основном. Но, кроме того всего прочего, это очень много частных производителей, которые на своих виноградниках создают это замечательное вино. И в монастырях в том числе, например, в Остроге. Ну, сейчас мы продолжим наше занятие, чуть-чуть попробуем. И будем писать дальше. Оп. Ну, после небольшого отдыха, передышки, я вернулся на свою точку и приступил к нижней части работы. Верхняя часть уже совершенно естественно высохла. Я предварительно вновь как следует промочил весь низ акварели от горизонта, от гор вниз. Мы начинаем делать наше море и постепенно будем набирать нужный тон. Ну, где-то около горы там возможны брызги, поскольку сейчас еще море не успокоилось. Вчера был шторм, а сегодня оно, конечно, успокаивается, и ветер, в общем, сокращается, уходит. Вот. Но еще есть, поэтому так активных брызг делать не буду. И сочетание все в данном случае, в общем, то же самое, желтое, красное, синее. То есть за основу, конечно, в большей мере берется синее, но вот уже ближе к берегу я добавляю холодно-красного для того, чтобы это было совершенно не скучно смотреть, и укрываю какими-то более светлыми частями сначала, потом вот начинаю разгонять какие-то вдалеке волны, там появляется некая рябь якобы. А снизу мы сейчас будем отрабатывать, сначала мы как бы общий тон наносим, более легкий, и опять же от светлого
к более темному. И главное, чтобы все-таки все наши три основные краски тоже здесь начали свою активную работу. Где-то, да, но я, как видите, сначала зарезервировал жидким резерважем, жидкой маской, покрыл какие-то основные волны, оставил, ну, чтобы просто не усложнять себе жизнь, чтобы не идти в обходку. Ну, некоторые пишут практически по сухой бумаге, я к этому не привык, и мне очень как-то не мое, не свойственно мне это делать, поэтому я работаю по мокрой бумаге. Ну, в таких случаях, конечно, приходится применять резерваж, но я, собственно, я считаю, что никому он не мешает. Он, конечно, дает некую жесткость, потом его надо будет снять и слегка лисернуть в каких-то местах. Ну, в общем, ничего страшного, все, в принципе, вписывается, все это можно сделать. В каких-то местах его можно оставить практически нетронутым, белую бумагу. Вот таким более фиолетовым я уплотняю под морской пеной. Здесь пока что даю такую легкое прокрытие. Немножко такой фиолетоватый, опять же, сероватый, с большой долей коэффициента серого, плоскость, ну, достаточно светлую. Вдали добавляю плотно синие места. И все время нужно следить еще за тем, где находится бумага вот нужной степени влажности. Ну, во-первых, мы тоже идем сверху вниз, но тем не менее мы смотрим, вот где-то справа добавить, слева добавить, где-то она может уже начинать подсыхать. Я ее, опять же, хорошо достаточно прокрыл водой вместе с присадкой. И чередование, конечно, еще элементов такого контраста определенного. Где-то усиление тона, где-то его ослабление. Вот, на переднем плане потом будет уже переход в более теплую зону. Сейчас пока, конечно, преимущественно это холодные оттенки. Работаю я, перемежаю, стараюсь, как всегда, работать максимально большими кистями, чтобы не терять целое, чтобы деталь это целое у нас не убивала. И перемежаю то вот такими большими круглыми кистями, то перехожу на плоские кисти. Ну, в данном случае, поскольку работа небольшого размера, это плоская кисть тоже не столь уж, конечно, велика. Плоская – это синтетика. Круглая у меня – это и синтетика, и даже белка, хотя, в принципе, белку не люблю, но в данном случае в каких-то местах я ее все-таки вынужден использовать. Кстати, вот большой, широкой, круглой большой белкой я промачиваю лист, она, конечно, в этом плане предварительно промачиваю, она мягкая, и бывают случаи, если бумага такая немножко нежная, синтетика может ее где-то даже поцарапать порой вот при активном промачивании. Ну, вот эта вот белка такая, я уж не помню, у меня какой там номер, то ли 30 какой-то круглый, вот он, конечно, хорошо работает в таких случаях. Писать я не пишу, а вот намачивать бумагу вполне. Итак, я, значит, сверху море, ну, как бы в основном сделал, но понимая, что бумага мокрая, она сейчас все начнет растекаться, нужно будет добавлять и цвет, и тон. В дальнейшем перешел вниз на берег, в данном случае такой несколько песчаный берег получился. Вот. И здесь происходит чередование, как такой вот более охристо-желтой поверхности внизу, так и такой сложно красновато-фиолетоватый с добавлением в красно-синий, с добавлением элементов там желтого, чтобы немножко
как бы, сдвинуть чуть-чуть в сторону серого, да? Потому что мы знаем, что в смеси красный, желтый и синий дают, естественно, серый цвет. А дальше куда сдвинем, то мы и будем получать. Ну вот я поправляю еще заодно море. Вот оно постепенно высыхает, и уже можно добавлять еще. Да, ну конечно, не нужно забывать, что кисть должна быть достаточно густой. В ней не должно быть много воды, чтобы эта вода не выдавливала соседние зоны прокрашенные. То есть вот надо чувствовать густоту этой кисти, понимая, опять же, что воды уже достаточно много на самой бумаге. Бумага же мокрая. Поэтому вот мы стараемся. Ну, у нас, как всегда, в левой руке тряпочка, где можно всегда отжать слегка, если слишком в кисти много воды, или, нам, например, надо облегчить тон. Это тоже очень удобный, конечно, постоянный способ. Об этом мои студенты вечно забывают, что второй главный инструмент после кисти – это, конечно, тряпка. Вот. Поскольку после шторма вчера он еще был, нанесло довольно много вот этой вот морской травы такой вот. И она выглядит, конечно, очень черной, но я буду ее немножко, конечно, помягче давать. Но так вот каким-то постараюсь группами, может быть, ее чуть-чуть уложить. Ну, делаю некую растяжку. Вот внизу я дал светлый, такой вот желтоватый тон. И постепенно уплотняя холодно-красному наверх, вот как бы вода постепенно переходит таким образом в берег наш. Надо стараться избегать просто коричневых цветов, поэтому коричневую краску я практически никогда не использую, только в тех случаях, когда нужно взять очень плотный тон, тогда она идет хорошо в смеси с синей, разумеется, потому что чем коричневая отличается от черной, в том, что в ней просто не достает синего. Ну вот такой черный, он, конечно, хорош, я никогда не употребляю нейтрально черную, по причине, там просто отсутствие цвета, она все гасит, уничтожает этот цвет в работе, поэтому, кстати, и сепию тоже не употребляю, она очень грязная, мутная краска, нехорошая в данном случае, поэтому из синих я, конечно, предпочитаю голубую, как наиболее качественную краску, она очень, конечно, химична по своему цвету, но в смесях, ее можно из нее делать практически все, что угодно, но еще иногда люблю добавлять цирулиум, он очень кроющий, но в каких-то нежных местах он работает вполне себе неплохо. Вот я чередую небольшие, как круглые, так и плоские кисти, но в принципе это не обязательно. Дальше вот на дальнем плане какую-нибудь там яхточку небольшую, чтобы уравновесить композицию, и дать какую-то такую некую опору для глаза еще одну дополнительную. И еще, в конце я еще добавляю чуть-чуть еще подрабатываю в волнах и даю вот этих самых чаек-птичек. Кстати, очень удобно, если вдруг вы куда-то капнули, там еще что-то в небе, то это хорошо птичками нивелируется. Итак, мы заканчиваем нашу работу. Она, в принципе, уже готова. Итак, работа закончена, мастер-класс проведен, работа написана, и пора возвращаться домой. Море потихоньку стихает, ветер тоже успокаивается. Надеюсь, меня ждет теплый черногорский вечер, переходящий в ночь с бокалом ароматного черногорского вина. Как вы помните, это Вранец 2013 года. Года почти пятилетней выдержки. Друзья мои, закончился трудовой день. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Все хорошо, теперь настало время нашего чудесного отдыха. Вранец, как вы поняли, это визитная карточка Черногории.
Нет ничего лучше, как наслаждаться ласковостью черногорской ночи, ну, после трудового дня, разумеется, ароматами моря, лесов или там близлежащих садов, запахи чудесные совершенно, дальним шумом прибоя и, конечно же, ароматом вранаса, который можно оттенять как местным деревенским сыром, а сыры здесь делают великолепные, надо их, конечно, пробовать, так и горячим ягненком, о котором я еще два слова скажу, и можно просто на античный манер, делая маленькие глоточки этого напитка, оттенять вот эти ноты гроздью. Ну, я потом ее прошую. Черногория – страна теплого моря, песчаных и галечных пляжей, высоких скалистых гор, лесов, затерявшихся там деревушек, дивных совершенно городочков 15 века, построенных венецианскими мореплавателями. И в этих деревушках вы можете в тавернах попробовать очень вкусного ягненка под сачем или из-под сачи. Сачи – это такой сосуд из чугуна, очень толстого, с куполообразным, с куполообразной крышкой, где готовится вот этот ягненок, запекается он там вместе с молодым картофелем, морковью, паприкой, конечно, заливается либо белым вином, добавляется либо молоком, ну, сами понимаете, сколько хозяев, столько и рецептов, каждый делает несколько по-своему, добавляются какие-то специи, травы и так далее. Томится он в печи, на углях, снизу угли, сверху угли, и все это происходит до 7, наверное, где-то часов, то есть его действительно можно есть просто губами, все пропитывается ароматом этой ягнятины. В добавлении очень хорошо просто запеченную паприку, можно счищать кожицу с нее. Это необычайно все вкусно. И не пожалеете, есть хорошие такие таверны. Как правило, они не на берегу. На берегу там немножко для туристов упрощают, все это делают. А где-то там в глубине Черногории, но и в баре на берегу я встречал одну чудесную пекару или печару, вот не помню, как это точно называется, под названием Берлин. Ну, наверное, хозяин был когда-то в Берлине. И там действительно великолепно сделано это было блюдо, где-то около Подгорицы еще есть неплохое. Вот. Если вы хотите попробовать рыбные продукты, то это, конечно, в окрестностях Скадарского озера, там, где эту рыбу ловят. Там по сезону и угорь, и ну, много разнообразной рыбы местной, которую, конечно, там есть тоже очень хорошие таверны вокруг этого озера, которые славятся. Непременно попробуйте. И есть еще такой продукт, как прошут. По-итальянски это прошутто. Это вяленое мясо свинина, нарезанное тонкими-тонкими частями. Вот. Секретов изготовления этого продукта вам никто никогда не скажет. Это не просто закуска, это отдельное блюдо, которое прекрасно идет даже уже после обеда или ужина. Настолько оно хорошо. А из сыров, помимо прочих деревенских сыров, есть еще такой так называемый каймак. Каймак, ну, с нашего южного в переводе это как бы сливки, но это не сливки. Это именно сыр, но нежнейшей консистенции сметаны, густой сметаны, который томится также точно в печи, имеет несколько сливочный оттенок. Его хорошо, конечно, и с нашим вранецом, прокорда в данном случае, как я говорил, и просто отдельно вместе с чашечкой кофе с утра на бутерброд. Просто замечательная вещь. Я потом и в Москве это все находил, этот сербский каймак. Может быть, не столь высокого качества, но тем не менее он есть. Вот. Да, а насчет этого
ягненка под сачем. Я даже в Москве нашел ресторанчик сербский, где тоже попробовал. Ну, в общем, ничего. Вполне, вполне себе очень вкусно и хорошо. Ну, на этом мы закончим нашу серию, наш мастер-класс. Мне пора уже отдохнуть и вдохнуть терпкие ароматы этого чудесного напитка. Вот, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. И, как говорят черногорцы, живели. Ну, живели вместе с вином. А вообще, пока. Набрал дубовый аромат. Ты набрал. Crno vino.